где-то 2010 года, город Пицца, мой город. Со страхом, ужасом смотрю, как тебе уже сообщили, горит. Горит наша страна, пожарах побывает. Огонь тут, время переждав, вмиг по всему распространился. И видите, что вчера молчал, с ним в быстром танце загружился. Бегут все звери, и ничем им лес родимый не поможет. И только слышно, как огонь все на пути своем поможет. В трепещущем воздухе ужас и боль, стон леса с верхушек сорвался. Бушуют ветвя, обнекрылые ноги, страх с пеплом в мозгу расплескался. Остался уютный приветливый мир в каком-то другом измерении. Там, в низком свете, окошки квартиры. Здесь жизнь переходит в окно. Наравне со взрослыми, в рядах добровольцев, наши студенты отстояли свои чужие жилища от разыгравшихся стихий. Разрушали гуманитарную помощь, поступавшую со всей страны. При поддержке Министерства образования Нижегородской области и правительства Нижегородской области в корпусе техникума под чутким руководством директора Шахназарова Евгения Федоровна и администрации Русинского района был организован пункт выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от пожара. Пробежался рыжий демон, не щадя сжигался в прах. Гнезда, дупла, даже норы средь высоких раньше трав. Жизнь постепенно входила в свое привычное русло. Строились дома для пострадавших. Закончились летние каникулы. Студенты вернули свои парты, конспекты. Но не окончились и добрые дела на это. Мы помогали на расчистке площадок от строительного мусора. Сажали деревья, новоселы в населенных пунктах, которые наиболее пострадали от стихии. И вот только что закончилась зима, а у нас опять далеко идущие планы вперед. Неужели без нас будут устанавливать погибший лес? Нет, не уходи, не исчезай. Пусть без пожара обойдется. Пусть лес растет и зверь живет, и солнце с неба улыбнется. Сегодня, студентов техникума, мы можем многое. Спасибо.